Что произошло с нашим муравейником, который несколько дней назад мы сделали в банке? Прихожу сегодня... Уже они туда натаскали. Это мы туда земли сыпали. Вот. Прихожу, значит, я сегодня. Кстати, муравьев рыжих там не видно. Видно, эти победили черные. Прихожу и вижу вот здесь вот маленькую дырочку. О, яйцо вытаскивает, глянь, из дырки. То есть, они решили, я смотрю, оттуда то ли сбежать, то ли что-то. Они, значит, дырочку сделали. А матка и постоянно то туда залазит. А матка там была? Я не знаю. Там было много крылатых муравьев, среди них могла бы встать матка. Вот, значит, они в эту дырочку то залазят, то вылазят. Ну, в принципе, как и во всяких муравейниках все дело происходит. Просто они выбрались наружу и стали осваивать мир. Посмотрим, что дальше будет. Останутся ли муравьи в банке жить, либо они убегут вообще оттуда навсегда.